ночь 22 января прорвало подводящий трубопровод теплоснабжения в здании библиотеки, затопило горячей водой подвал. 23-го Тверская генерация по нашему вызову начала ремонтные работы. Вчера она их прекратила. Значит, затоплен подвал полностью по периметру здания, которое является памятником архитектуры областного значения. Страдает книжный фонд. Откачивание воды из подвала производили собственными силами. Вот здесь насос. На сегодня это удалось минимизировать, то есть затопление где-то порядка 5 сантиметров на полу осталось, а было свыше 30. Насосы пожарной системы пожаротушения были почти затоплены, то есть постаменты находились в воде, и вплотную вода подошла к насосам. Ну, вот такая ситуация. Ага, опасность книжному фонду какая именно грозит? Опасность чрезвычайная, потому что влажность поднималась до 70% в здании библиотеки и в книгохранении. Вот, поэтому я отвечу. И так по всему подвалу, да? Было выше, было вот, где вы стоите, и те полы плавали. Ну, на какую примерно высоту? Сантиметров 30 получается, да? Нет, выше 30 было. Я заходить сюда смог только в резиновых сапогах, но голенище где-то полметра, буквально 5 сантиметров до края здесь не доставало. Сняло. Ну, из года в год именно в отопительный период это заливается, и понятно, что не просушишь. Пардон. Вот. Тут все на мокром месте буквально, да? Это все было поднято. Это сегодня, вот я говорю, уже две ночи откачиваем этим слабым, у нас все затопления все. Ежегодно. Это уже не первый год, да? Все. Но это я говорю на протяжении последних 4 лет в отопительный период постоянно. И именно вот из-за той линии. И это библиотека имени Горького. Сейчас я это выключу. Вот такая вещь.